Спасатели проверили сертификаты и качество фейерверков, предупредили продавцов о том, что детям пиротехнику продавать нельзя. Детям разрешена продажа пиротехнических изделий с 10 лет, это первый класс, это хлопушки. С 16 лет разрешены продажи пиротехнических изделий второго и третьего класса. Четвертый и пятый класс пиротехнических изделий – это более уже профессиональные, которые проводятся специализированными организациями. Рассказали и о том, как безопасно пользоваться пиротехникой. Запускать фейерверки можно только в специально отведенных местах. Их 50. Нарушителям грозит штраф. Основные требования к данным площадкам – это удаленность от жилых построек, зданий и сооружений не менее 150 метров. На данных площадках не должно быть деревьев, а также не должны проходить линии электропередач. К запуску салюта спасатели советуют подготовиться заранее, на всякий случай взять с собой огнетушитель.